Поехали, все. Можешь отдавать, что хочешь делать. На меня в нем... Все, забираю. Забираю. Все. Да. Ну, Григорьевич. Я эти праздники уже попутал. Когда мы приехали? В воскресенье. Суббота она работала, а в воскресенье мы рано утром выехали. Да. Лена, ну... Не, на видео ж снимаю, что, на видео это хорошо. На рыбалку, комарей покормили, ничего не поймали. На другой день проспались. Был киноактер. Весна на Заречной улице, высота Рыбников. Похож, что ли? Похож. Похож, я серьезно. Да. Для меня он похож на Рыбникова. Все. Ну вот. Вот это, да. Позитив я имею в виду. Это ее родная племянница. Они пятеро все. Сама старшая Валентина. До первого брака. Ну, до первого брака, девочка. Потом четверо их родили. Вот это Алла Юрьевна, которая в Вешенской живет. Посмотрите, там вот на Дону? Вешенская, да? Там как казаки. Это старшая? Да, она 70 лет. Это ее старшая дочка. Меньше, казачка там в Вешенской снежная. Половица, вот поле встретила. Где-то. И вот они уже с 79-го года живут здесь, в Славянском институте. Максим серьезный парень. Зять. Серьезный. Раскита его фамилия. Такой Максим. Такой мне Оля говорит, он такой, ну такой вот, да. Он говорит, можешь закрыться на 3 дня и паять там, я в шоке. Да. Ну такой, за, человек за это. Углубленный, да, технарь чистый, да? И на гитаре играет. На гитаре играет. И та-та-та-та-та. Да, лучше ты на баяну играл, но тебя как базарик. Да, баян. Не употребляют, побросали. И нас обучают. Я всегда так делаю. Ника-нибудь, Canon. Nokia. Nokia. А что, 12 фиксика. А тут 18. Где я тут 18? Вот тут 18. Вот тут. Нет, хороший аппарат. Не думаю, да. Не думаю, это так и есть. Вы там же все или нет? Нет, я бросил все. Нет, так не, а вообще? Ну да, я там. Нам невозможно бросить. Это как наркотик. Ну я как... Дети же... Никто. Дети давно. Дети у меня вообще... Да знаю. А старше там... Я директор комбината. Все, все, ничего больше не говори. Пойдет, супер. Уборка помещений не хватает работы. Лишь бы было здоровье. Григорьевич, надо в это, одноклассники фотографию тебе бахнуть. Я еще не научу. Я на него смотрю стеклянными глазами. Да, а фотографии? Лучше не Ольге присылать, а мне теперь. Теперь смотри, я теперь на одноклассники. Как делаю? Сейчас объясняю. Вот чтобы было свидетельство видео. Дим, ты меня измени, извини, пожалуйста, а, что снимайте, это... Ничего не трогайте, она снимай, видео. Снимай, видео, снимай. Видео. А, видео, она да? Не кончится. А. Ничего не нажимайте, просто ага, это видео ага, камера. Ага. Короче, в Одноклассники я делаю фотоальбом. И все фотографии, яцечка, не яцечка, этманы, там шметманы, короче, засаживаю туда, там без ограничений. Там потом берете, сгружаете по себе любые фотографии, копируете на дискетку, я на флешку. Я хочу на бумагу перенести. Нет, так я говорю, вы да. Оттуда скинете на флешку, приходите в мастер, вот эту сделали. Все. Это еще научили. Потому что скидывать по мейлу там, туда-сюда, то я загрузилась там 200 штук сразу. Какие надо себе, и тем более можете все загрузить и все. О, да. Девочка, я тебе, ты когда выходил тогда, да? Ну, это, я твое лицо увидела, все, что, а ты говоришь, наверное, у них нету камеры. И я, ну возьми, поздоровайся, скажи, здравствуйте, там, добрый вечер. А я это... А я, нет. Не, камера это что? Там в Одноклассниках можно да, звонить, да, да. Ну как по скайпу. Камера есть? Нет, еще. Да мы только 20 апреля только ее подсадили. Нет, сейчас я выключу эту штуку.